Экс-глава Роснана Леонид Меламед, обвиняемый в растрате более 220 миллионов рублей корпорации, освобожден из-под домашнего ареста. Также выйдет из СИЗО бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров. Освобождение связано с тем, что накануне истек максимальный срок содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова под стражей. Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемых, и его вернули следователю. По версии следствия, Меламед в 2007 и 2009 годах, будучи одновременно главой госкорпорации и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алимар», помог двум компаниям заключить договор о консультационных услугах, под видом которых его заместитель Андрей Малышев и финдиректор Святослав Понуров за полгода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей. И вот именно так, уверяют следователи, при увольнении из Роснана Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют». При этом сама госкорпорация потерпевшей стороной себя не признает. Роснана не признавала себя потерпевшим по этому делу и в настоящее время полагает, как и полагала ранее, что никакого ущерба действиями Меламеда и Понурова, которые им вменены следствием, ущерба госкорпорации Роснана тех причинено не было.